Скажите. Начинаем. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я клиент компании Цептор. Вот на данный момент хочу оставить отзыв про очки. Вот купила маме, купила дочке и вот себе. В чем я увидела преимущество? Во-первых, так как мне уже 60, и я не ношу очки вообще пока, то я их решила попробовать, ну, как можно позже, чтобы одеть, если надо будет очки какие-то, да, там, ну, по возрасту. Вот когда их, так как я их никогда не носила, первое ощущение было неудобно, да, но я думаю, это у всех так. Потом, значит, дней 10 я снимала, одевала, потом, когда я уже одела, привыкла, видно, и какие ощущения были, у меня, я так поняла, работает мышца глаз, то есть вот прям, ну, вот, болезненно было вокруг глаз, да, я так поняла, что, скорее всего, мышцы работают, вот, ну, и плюс прочитала, что сегодня женщины все, мне кажется, стремятся хорошо выглядеть, что влияет где-то на морщинки. Ну и главное, это защита нашего зрения, ну и не только зрения, потому что ультрафиолет, он вредит и клеточкам нашим, ну, естественно, старше становимся, со зрением у многих проблем. Поэтому очень мне нравится. Вот у мамы, как бы, я сейчас про нее ничего не скажу, вот, но то, что вот я считаю, что это сегодня очень хорошее подспорье, особенно молодым, потому что вот этот цвет, он, ну, действительно, мне кажется, не такой полезный, как обычный. Но мы часто вот работаем в таких помещениях или дома, да, у нас свет вот такого плана, да, дневной. Поэтому я рекомендую пользоваться очками, потому что мне кажется, что это всегда выгодно, как профилактика. Всего спасибо.